В июле нынешнего года на юге России произошло уникальное событие, которое вездесущие СМИ, всегда спешащие оповестить окрестности о состоянии прыщика, вскочившего на теле второразрядной поп-певички, почему-то обошли своим вниманием. Впрочем, почему, станет ясно буквально через пару минут. Три авторитетные компании, представляющие интересы США и Германии на мировом рынке сельскохозяйственной техники, согласились провести профессиональный забег на зерновом поле под Ростовом-на-Дону. На старте их поджидал и местный атлет с эмблемой завода «Россельмаш» – серийный зерноуборочный комбайн «Торм». Предстояло выяснить, кто быстрее, качественнее, с наименьшими потерями и затратами уберет урожай. Ростовчанин обошел всех по всем заданным параметрам. Он был более скоростным, требовал меньше солярки и выдавал из бункера чистейшее зерно. Но самым главным преимуществом отечественной машины стала ее цена. «Торум» оказался в полтора раза дешевле своих именитых коллег. Тут бы созвать пресс-конференции, объявить на весь мир, как минимум, о преждевременных похоронах отечественного машиностроения. И как знать, может быть, комбайновое сражение под Ростовом в июле 2011-го вошло бы в историю, как танковая битва под Прохоровкой летом 1943-го. Ну, пусть не по масштабам, но по значимости. Долетела бы весточка о нем до сел, деревень и станиц, заставив чаще биться сердца русских крестьян, отученных за последние годы радоваться всем миром за Отечество и благословлять его судьбу. Но результаты состязания, похоже, сведомо Минсельхоза, были засекречены. Мало того, откуда-то сверху было спущено мнение, что никаких соревнований вообще не было. 18 августа первый заместитель председателя правительства России Виктор Алексеевич Зубков заслушал доклад Минпромторга, в котором было упомянуто о прошедшем забеге, и, говорят, немало удивился. «Мы обошли в честном поединке именитых соперников, диктующих моду на мировом рынке, а об этом молчок». Прошла другая команда – разослать информацию об успешных испытаниях всем сельхозпроизводителям, главам регионов и продолжить ростовскую практику. Сегодня вышли вперед комбайны, а завтра, может, трактора и сеялки. Так смотришь, и начнет отходить от безнадеги село, а за ним и вся страна. Удивительное у нас время. Диву даешься на каждом шагу. Понадобилось специальное распоряжение первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, чтобы придать огласке факт проявления жизнеспособности отечественного машиностроения. И то, если уж так честно говорить, это распоряжение в полном объеме выполнил только наш канал. А вы видели где-нибудь на больших экранах даже упоминание о триумфе комбайна «Торум»? Вот тот. А о прыщиках каждый день. Президент Ассоциации «Росагромаш» Константин Анатольевич Бабкин. Это его стараниями и усилиями коллектива ростовских машиностроителей российская промышленность сегодня предстает совершенно в ином, новом современном обличии. Я полагаю так, Константин Анатольевич, что ваши успехи по душе далеко не всем. Ну да, мы видим, что не у всех вызывает восторг. В принципе, вот «Россельмаш», то, что показано в фильме, это некоторое отклонение от модели, которую нам рисуют либералы или там часть правительства, которые, или там разработчики стратегии 2020, которые утверждают, что русские вообще разучились работать, что удел России это добывать и продавать подальше нефть, делать что-то, туризм, может быть, развивать,
А вот производство это уже прошлый век, и вообще это не для русских, а русские ничего производить не умеют, поэтому это все надо вот как бы поскорее забыть, вот эту историю великого технического развития нашей страны. Вот. А тут Ростельмаш какой-то выигрывает какие-то международные соревнования, это отклонение вот это, от этой модели, и вот здесь мы видим, что какое-то ну, неприятие, отторжение какое-то, и раздражение, что ли, даже вызывает. Это у нас, а за рубежом? За рубежом... За рубежом, ну, наши коллеги, они как-то с уважением относятся. Ну, конечно, они несчастливы, что, ну, то есть, у них большого счастья нет, что там конкуренты. Что вы появились. Да, что, ну, как, не появились, они умерли до сих пор. Ростельмаш все-таки 80 лет существует. Удивление такое, ну, уважение, вот, и интерес. Ну, конечно, тоже у них, лучше для них лучше бы, чтобы иностранные комбайны здесь продавались, ну, какой-то тоже... Ну, вызывает ну, неудовольствие, что ли, постоянное давление какое-то через правительство на нас идет. Вот, то есть... Каждая победа, а вот этот вот забег под Ростовом, это действительно большая ваша победа, это, с другой стороны, чье-то поражение. Есть победитель, есть проигравший. Вот кто проиграет от прихода на российские поля недорогого, высокопроизводительного, надежного отечественного комбайна? Не, ну, в целом Россия-то выиграет, конечно. Кто проиграет, ну, не знаю, недоброжелатели. О которых вы сказали вообще. Да, проиграют те, кто не хочет развития России. Ну, это хорошо, что они проиграют. То есть, а так нормально, хорошие люди все выиграют. Я так... Как вы полагаете, зарубежные производители закладывают в цену техники, импортируемой в Россию, сумму отката, которую получают чиновники, отвечающие за закупки на мировом рынке? Ну... Я думаю, что вот эта самая брендовая составляющая, которая присутствует у зарубежных компаний с крупным именем, она на самом деле может в себя включать все, в том числе и это. А в Соединенных Штатах набирают обороты следствия по подозрению в даче взяток компании John Deere, которая, кстати, участвовала вот в этом вот забеге по Ростову, неким российским чиновникам, ответственным за закупки сельхозтехники. Подскажите, вот не этим ли ключиком открывается тот ларчик, который вы забыли что-то положить, и вследствие чего к вам возникло некое такое вот отношение? Ну, несомненно, мы ощущаем то, что работа с нашими чиновниками ведется, и в плане политики, значит, очень часто иностранные производители получают более льготные условия работы здесь, чем мы, россияне. И могут выделить там сотни гектар земли там, под обещание когда-то построить завод. Или там могут купить неожиданно за бюджетные деньги сотни комбайнов, хотя они более дорогие, менее производительные и менее подходят для данного там региона. В отношении защиты рынка, в отношении того, что нет у нас поддержки экспорта российских машин. То есть, вот многие странные вещи, которые, ну, не всегда можно объяснить идиотизмом, и зачастую там прослеживается такая заинтересованность. Я не готов сейчас предъявить, конечно, доказательства, при мне там чемодан не передавали, но... Ну, мы и имена называем. Да, да, но такие вот странности, они, ну, несомненно, есть. То есть, я уверен, что это расследование... Ну, не беспочвенно. В Америке? В Америке, да. К сожалению, там, что ну, только, конечно, что да. Только в Америке. Ну, да, да. Здесь у нас таких расследований что-то тоже... Нет, ну, они ведутся там в отношении предыдущего руководства компании «Росагролизинг», которая сейчас является руководством Минсельхоза, тоже там было расследование, ну, которое сейчас ушло в песок и как бы... не получило развития. Ну, в Америке тоже пошумят и, наверное, это все замнут. Да, наверное, но... как с Мерседесом, помните? Ну, Мерседесовская да. Та же самая история. Да, да. Кто-то там бумажку какую-то не донес, и все, расследование на этом застопорилось, и вот как бы все оказалось нормально. Вот. Ну, дым не без огня. По результатам проведения сравнительных испытаний мы ожидали не просто публикацию самого факта проведения с результатами, мы ожидали некого экономического анализа, то есть экономического анализа целесообразности использования техники.
И когда я был в Минсельхозе и в Минпромторге, я однозначно настаивал на этом. Я предлагал, что, ребята, давайте мы обязательно сделаем экономический расчет эффективности комбайна, потому что нашему селянину нужна информация, он должен понимать, как он это будет окупать, за счет чего он это будет окупать, какое время окупаемости у каждой машины будет в зависимости от производительности и расхода топлива. Вот, поэтому мы ждали более расширенной публикации этих данных. Вот. Методика, в общем, она не хитрая, расчета экономической эффективности. И если очень коротко, она в основном состоит из первичной стоимости комбайна, из расходов, которые необходимо нести селянину для того, чтобы этот комбайн работал. Но речь идет в основном о топливе. И нужно, если мы говорим не про один год эксплуатации, а про там, хотя бы два и более, еще, конечно, нужно принимать внимание сервисную составляющую. Но здесь нужно сказать, что у всех зарубежных компаний очень, во-первых, слабо развита сервисная сеть, то есть заказ запасной части, вышедшей из строя, ожидание этой детали или этого узла может растягиваться там, на несколько недель, а уборочная всего идет там 2-3 максимум недели, поэтому комбайн, вышедший из строя, у них практически со 100% вероятностью будет стоять всю уборку. Ну и цена запасных частей, она, конечно, в разы, как правило, в разы выше, чем у нас. Но клюют на зарубежные лейблы и шильдики. Аграрий просто не имеет полной информации, поэтому у него нет возможности сложить все цифры воедино. Вот. И принимая во внимание хорошо развитые маркетологические чудодейства западных компаний, в общем и целом, некоторые из наших аграриев, к сожалению, попадаются на эту удочку. Хотя известна масса случаев, когда потом аграрий очень сильно сожалеет об этом. Скажите, вы уверены в необратимости процесса возрождения отечественного машиностроения и, в частности, сельхозмашиностроения? Нет, не уверен. Мы видим массу отраслей, целый ряд, которые погибли. Там уже авиастроение, оно выпускает там единицы, там, то есть оно сегодня не живет, оно как-то еле теплится. Есть танкостроение, которого нету. То есть есть ряд целых отраслей, гигантов в недавнем прошлом, которые были там мировыми лидерами и которых сегодня нет. Уверен ли я, что будет развиваться сельхозмашиностроение? Нет, я не уверен. Вот нам с нового года обещают поднять цены на ресурсы, обещают после выборов поднять налоги, то есть у нас издержки возрастут значительно, а продажи-то не вырастут, и, то есть следующий год для нас будет непростым, и эта политика, она будет продолжаться, повышение налогов, засылание вот этих полученных с нас денег подальше в Америку или там в другие страны, чтобы наши коллеги, конкуренты лучше работали на наших деньгах бесплатных. Вот. И нам подороже ресурсы, дороже, чем им. Ну, то есть это все. Мы уже на такой политике получили кризис 2008 года. Вот сейчас у нас кризис такой наблюдается, наступает. И руководство ничему не научилось на этих кризисах. Эта политика, к сожалению, будет продолжаться. Поэтому уверенности в дальнейшем развитии нету. Есть какой-то порог, до которого она может продолжаться? Всему есть предел. Да, ну вот для меня это, честно говоря, не очевидно. Но это уже политические такие вопросы получились. Ну, это общечеловеческие. Ну, общечеловеческие. Вот, в принципе, Россия может пойти по пути Украины, где уже нет ничего. Население за 15 лет уменьшилось на 20%, на 10 миллионов. И продолжает уменьшаться. Там сейчас самая процветающая фирма – это центр демонтажных технологий. Демонтажных. Ездят грузовички красивые, там с надписями, с логотипами, и металлолом сдают. Ну, собирают, срезают всю промышленность, сдают металлолом и отвозят. Построили специальный металлургический завод, который работает на металлоломе на этом. Ну, там наши ребята спрашивают, а как же он же, металлолом это конечное там, как бы сырье, оно закончится когда-то. Ну, на 20 лет нам хватит. Вот у них сейчас главная отрасль это все спилить и продать за границу. Один из французских королей сказал, запрянули Адельёж, после меня хоть потоп. Это Людовик XIV. Да, да, да. Вот, то есть и население России, Украины будет сокращаться, и перспектив вот при этой политике не видно. Вот пойдет ли Россия по этому пути, можно себе представить.
с одной стороны. С другой стороны, ну, если вот прийти, ну, вот этот путь к чему должен привести? Что останутся трубы во всех направлениях, ну, добыча нефти и газа, ну, металлургия, ну, и обслуживающий вот персонал вот всего этого. Ну, это должны мы оставить 50 миллионов человек. Ну, как Маргарет Тэтчер говорила. Ну, да, как она хотела. Это да. уже было озвучено. Да. Ну, значит, в принципе, мы идем к этому итогу, но у нас же сегодня, ну, считается 142 миллиона человек, 140. Значит, если мы будем сокращать население по миллиону в год, ну, как мы сейчас это успешно реализуем, то у нас все равно, сколько осталось там, 140, 90 лет еще впереди. Вытерпим мы вот эти 90 лет, или прозвучит клич «доколе», и что-то произойдут изменения, наконец придут власти, ну, к власти новые люди, которые скажут, ну, ребят, давайте работать, давайте вперед, давайте пахать. Созидать. Там, созидать, да. Не просто высасывать, а созидать. Произойдет ли это? Ну, очень хотелось бы, ну, не знаю, пока вот не очевидно для меня. Давайте вернемся на производство. Uh-huh. Ну что ж, заглянем в кузницу, где рождается новый флагман российских полей. Нет-нет, телогрейки, сапоги и респираторы. Просьба оставить за забором. С чего начнем? С логистики. Если по старинке, открывайте склад, тетя Дуся. Сейчас прошел клип под названием «Логистика», ваше складское хозяйство. Похоже, что вы в этом секторе вообще свели на нет так называемый человеческий фактор. Вот. С чем он ассоциируется? Это вечно замасленные какие-то вот эти вот заявки, какие-то тележки скрипучие и неизменный возглас. Ну куда подевалась вот эта вот железяка, эта шестеренка переднего там или заднего вала? Обошлось вам, судя по всему, это в копеечку. Да. Оправдано? Ну, да, конечно, это такой склад, умение обеспечить или поставить запасную часть, там, и комплектующие изделия на комбайн, требующий обслуживания, там, в короткие сроки, там, в течение суток, желательно. Ну, это такое требование сегодняшнего дня, и сегодня мы его исполняем. То есть, ну, это не та вот культура производства, просто культура производства, все покрашено, все аккуратненько, механизировано. То есть, это, как я понимаю, некий краеугольный камень современной индустрийной вот этой вот линии, индустриального потока. Ну, конечно. То есть, ну, сегодня это вот каждое успешное предприятие должно иметь такую вот систему быстрой поставки запчастей потребителю. Ну, это, да, необходимая часть. То есть, не только на собственный конвейер? Ну, да, конечно. Ну, и заказчику далеко уже. Ну, да. Там, где вы обслуживаете, где есть ваши сервисные центры. Ну, да, да. Ну, то есть, в принципе, это первая задача. Поставить... Задача логистического центра – это уметь поставить запчасть конечному потребителю. И сегодня, в принципе, он справляется с этой задачей. Вы брали вот эту вот модель, глядя на... более успешных, может быть, западных ваших конкурентов или партнеров, которые уже создавали до вас вот такого рода центр, да?
Ну да, мы объехали несколько таких аналогов зарубежных, ну, у наших конкурентов или просто у каких-то, может быть, в других отраслях, но мы изучили зарубежный опыт. В принципе, вот такие склады, они появились не так давно, даже у там, крупнейших мировых фирм. Они появились не просто от того, что деньги лишние появились, а компьютеризация всеобщая подтолкнулась к созданию вот таких вот современных систем поставки запчастей. На бумажках действительно это очень сложно учесть, вот эти сотни тысяч деталей, поэтому раньше запчасти как-то хранились у конечных там в сервисных центрах на местах, учитывались на бумажках, и там много часто, конечно, терялось или не хватало комплектующих, поэтому не то привезли, то сохранили. Да. И вот этот процесс поставки затягивался на недели, на месяцы. Вот, а появилась компьютеризация, создали склады, которые все быстро, все информация очень быстро ходит. Ну, мы пошли по этому пути, конечно же. Идем дальше. Начало – половина всего, изрек древний Лукиан. Ну, здесь с ним согласны. Главное – правильно начать. Не путайте с «начать». Это из другой оперы с печальным финалом. Хотя и здесь, и там все начиналось с разделки единого целого на части. Правда, там все так и осталось в разделанном состоянии, а здесь, ну, не будем забегать вперед. Вы в России работаете, естественно, с отечественным металлом. Вот в Канаде, где у вас есть тоже производственные мощности по сборке комбайнов и другой техники для американского, как для североамериканского, так и для южноамериканского рынка, чем вы там пользуетесь, что вы там используете? Вообще там дешевле и какая польза, ну, естественно, кроме материальной для вашего предприятия, от зарубежного филиала вашей фирмы «Росельмаш»? И сегодня, и если глядеть на перспективу, если будет продолжаться эта экономическая политика, то производство гораздо выгоднее размещать там. Даже за океаном. Даже за океаном, да. Мы имеем вот этот вот огромный там 9 тысяч километров, 9 часов перепада времени, значит, между нашими заводами. Это, ну, осложняет нашу работу. Но все равно это компенсируется тем, что там комфортнее, тем, что там нам рынок более становится доступным. Вот. И наш, то есть, чем мы тут усилились? Расширили линейку, и мы работаем сегодня в плане тракторов не только на североамериканский рынок, но и рынок СНГ. И наши комбайны имеют теперь дилерскую сеть в Северной Америке, в Австралии. И будем поставлять наши комбайны, или уже поставляем, ну, на рынке дальнего зарубежья. То есть у нас более такая, ну, сразу такие глобальные возможности появились. Вот. Ну, поэтому это вот ради этого мы приобрели этот филиал. Если говорить о том, что, почему в Канаде выгоднее, почему интереснее, ну, масса факторов. Есть и большие факторы, есть маленькие факторы.
Большие факторы – это то, что там налоговая система стимулирует модернизацию, вложения. Там обходит, значит, потратив 100 рублей или 100 долларов на модернизацию, ты, в России ты отдашь где-то половину из этих денег на налоги государству, и лишь 50 там у тебя пойдет на ремонт или на покупку станков. В Канаде это примерно 90%. То есть 10%. То есть 90 у вас останется. Да, копеечку 10 долларов заберет себе государство, остальное тебе скажут, вкладывай. То есть вот процесс модернизации там обкладывается очень маленькими налогами. Вот. Ну и там, ну, вот вопиющий пример, что электричество в Канаде стоит в 2 раза дешевле для нашего предприятия, чем для нашего предприятия в России. Это вот, это мы гордимся, у нас там великая энергетическая держава, у нас избыток мощностей, у нас мы весь мир готовы затопить энергией, но вот как-то чудом получается, что у нас в 2 раза дешевле, дороже, чем там. Ну, потом работа полиции. У нас, ну, мы вынуждены в Ростове держать там 300 охранников на заводе, а там 3 вахтера. Достаточно. Достаточно, да. Сидит на калиточку, открывает, закрывает. В Канаде, нет? Ну, такой спор, там, ну, как бы, такой, ну, чисто декоративный практически. Ну, отсутствие вот этих вот каких-то постоянных потрясений на рынке. Там вот кризис 2008 года на сельхозмашиностроении, как он отразился, упало. В Америке упало на 10% потребление тракторов, в Канаде там выросло на 5%. Ну вот это кризис, что это большие какие-то пертурбации. А в России в три раза упало, потом в 2 раза выросло. Вот как-то вот постоянно мы на колдобинах каких-то. То запретят экспорт зерна, значит, крестьяне такие в шоке, вообще технику не покупают. То разрешат экспорт зерна, но крестьяне, ну, вроде как воодушевятся, но пока вот еще они не раскачались, не пошел большой спрос, то вот объявят, что будет у нас утилизация сельхозтехники. Крестьяне, ага, будет утилизация, мы сейчас не будем технику покупать. Когда программа заработает, мы тогда ее купим там подешевле. Ага, сейчас вот у нас на данный момент вот на 3 недели продажи вообще стоят. Ну, все идет к тому, что утилизации не будет. Ага, значит, вот мы сейчас постоял завод, должен потом крестьяне начнут постепенно раскачиваться, мы должны будем удовлетворять спрос. То есть мы постоянно в каком-то вот таком вот режиме подвига, каких-то военном режиме, что ли, работаем. А там нет, там как-то все спокойно, без стрессов. Там, ты знаешь, что будет через 3-5 лет. Ты знаешь, там вот не было вот этих потрясений, ну, вот этих революций, что ли, последние 20 лет. Вообще никогда их не было. Поэтому вот, ты договорился с партнером, и ты знаешь, что он тебе поставит действительно там запчасти или там комплектующие. Вот. То есть это все опять же упирая, возвращаться к демократии, к предсказуемости государственной политики. Вернемся на завод. Давайте вернемся. Логично предположить, что, следуя по технологической цепочке, мы не окажемся в компании кувалды и зубила. Логично. Хотя кое-кто сомневается. Сельмаш, да знаем мы, видели. Вот в Америке. Не надо в Америку. И в Германию не надо. Поезжайте в Ростов. Сэкономите на билете, а впечатление не хуже.
Нас могут упрекнуть, мы говорим о достижениях отечественных машиностроителей, а если посмотреть на то, что мы показываем в кадре, это в основном зарубежная импортная техника, импортный станочный парк. И я предполагаю, что скептик непременно спросит, вот, а если бы не эти, похоже, японские сварочные автоматы, вот вы бы смогли создать свой Торум? Что вы ему ответите, такому скептику? Ну, у нас много, да, станочный парк мы закупаем за границей, мы покупаем где-то четверть комплектующих за границей. Конечно, международные связи для Россельмаша сегодня очень важны. У нас производство находится там в Канаде, часть. Ну, конечно, ну, как, какой-то гипотетический вопрос задаете. Если Россия там опять закроется железным занавесом, ну, это, конечно, будет сложно. Вот. Но тут важно вести разумную политику. Конечно, не, надо иметь интеграции, но и соблюдать свой интерес. Вот у меня знакомые были, вот лазерные резки. Не знаю, показывали, да? Вот лазером есть кино. Уникальные приборы. Ко мне подходят ребята, которые закончили мой институт, вот, физтех. Говорят, мы вот создали лазерные резки, у нас в Долгопрудном производстве находится. Давайте мы для вас будем кроить металл. Я говорю, давайте. Ну, ну главное, сделайте, поставьте нам эти станки. То есть все пришло к тому, что ребята, у них купили эти технологии американцы, и эти станки сегодня производятся в Америке, разработанные у нас в России. Вот. А ребята предлагали вам, и наверняка не только вам предлагали, наверняка ходили по инстанциям, да? Да, по министерствам. Ходили по инстанциям, по министерствам, ну, посчитали там, какие налоги, какие вложения, сколько кредит стоит здесь и там. Какой смысл? Да, какой смысл, и решили продать, и вот сегодня это, и ребята, наверное, тоже туда уехали. А контроль качества на этапах производства, это заимствованная модель, или вы придумали это сами? У нас уже длительное время работают японские консультанты, которые участвовали в создании этой же системы качества в компании Toyota. То есть это люди с громадным просто опытом, и мы с ними уже сотрудничаем несколько лет на эту тему. Используем те идеи, которые были заложены, за счет которых было и получено, собственно, качество автомобиля Toyota, которое широко известно. Вот. Также широко известен подход компании Toyota. Вообще он, в принципе, признан во всем мире с точки зрения качества. Вот. И в общем и целом мы привлекаем этот опыт со стороны. Это не наше. То есть мы на этом не экономим. Мы считаем, что комбайн должен быть качественный, поэтому мы берем лучшее из опыта мирового. А вот смотрите, вы оснастили производство зарубежными станками. Вот поднимаетесь вы. Это гипотеза. Поднимаетесь вы на мировом рынке, становитесь конкурентами и смотрят так те, кто на этом рынке уже давным-давно присутствует, кто-то такие. Достаточно, так сказать, шепнуть там кому-то по-немецки, по-японски, по-английски. Это мое предположение, возможно, неправильное. И вам перекрывают канал поставки запчастей, комплектующих к тем самым станкам, которыми оснащено ваше производство. Ну, завод встал. Возможно, я что-то не учитываю вот в этой своей версии. Поправьте меня. Ну, риск возможно есть. Такое? Нет, мы не закладываем такую возможность. Вот мы, когда купили в Канаде завод, да, он производит для John Deere, ну, один из наших заводов производит для John Deere детали, ну, разбрасыватели соломы для комбайна. Вот это ставится сзади такой механизм, который измельчает солому и разбрасывает вот ее, ну, позади комбайна. В принципе, у нас была такая возможность сказать, отрубить рычаг и сказать John Deere, что все, не поставляем. В принципе, мы остановили бы конвейер у них там. John Deere, да, на месяц, на три, на полгода. Ну, как бы... Вы даже не задумывались. Это не рассматривалось, такая возможность, потому что, ну, в современном мире считается, ну, у нас в сельхозмашиностроении, мы же общаемся, считается почетным, если ты поставляешь своему коллеге там что-то, важную комплектующую часть. Вот. То, что нам отрубят, ну, как бы... Конечно, мы стараемся в каждом виде комплектующих иметь 2-3 поставщика, не одного. То есть это мысль задняя есть, то, что иметь такую маневр и независимость. А перестанут обслуживать станки,
Ну, есть такая возможность, но очень гипотетическая сегодня. Ну, фирма потеряет там рынок не только Россельмаш, а рынок России, вот, поставщик станков. Ну, это скажется на ее репутации долгосрочной. То есть для нее это будет тоже большой удар. Ну, в принципе, то есть теоретически, наверное, при каких-то условиях это возможно, но ну что, ну, будем в другой фирме закупать, что делать? Говорят, один в поле не воин. Правильно говорят, если речь о полях, с которых кормимся. Один торум, как и ласточка, весны не сделает. К тому же он и не весенняя пташка. Вот она, весенняя. Крестьянин стонет, лучше б не вылетала. Она и не вылетает, пока вот этот не заведется. А заведется, неукротимая сила. Ну да ладно, заглянем в будущее. Оно, похоже, не за горами. Сейчас посмотрели клип, который мы условно назвали «Сеялка». Нам ваши специалисты рассказывали, что вот этот вот агрегат заменяет примерно 20 таких вот прежних агрегатов, которые работали по старинке. Родственниц прошлого века рождения. Отлично, замечательно. А вот готовы ли наши крестьяне работать с такой техникой? Или это уже производителя не касается? Ну как, конечно, это нас касается. Ну, сегодня есть крестьяне, которые готовы работать. Это показывает спрос. Все-таки наши комбайны, они не проще, чем эта сеялка, чем наша сеялка. Это тоже не требует большой квалификации. То есть, есть крестьяне, которые покупают и работают. Другое дело, что их недостаточно, что их надо больше. Но опять, если будет выгодно заниматься сельским хозяйством, интересно, престижно, стабильно, что ли, то больше молодежи пойдет в аграрные вузы, больше молодежи будет изучать технику, у инженеры больше молодежи пойдет. Опять, если они увидят перспективу. Вот я сегодня, когда рассуждаю, думаю, куда отдавать своих детей на учебу, ну, конечно, я в техническом направлении их направляю, стараюсь как бы подтолкнуть. Но если вот, ну, у них есть там Россельмаш, они как-то там имеют какой-то пример, возможность, там какие-то, как сказать, возможности приложения своих сил, способностей. Да, своих сил, способностей. Ну а вот парень вот обычный с улицы, вот я бы пошел бы я изучать физику и технику, вот если бы вот я был парень из мяса. Я бы сильно задумался, а куда идти, что делать? В России же ничего не производится. Только красятся автомобили импортные. Что еще делается-то? У нас здесь в студии все импортное. Вот невыгодно ничего в России производить. Вот, поэтому молодежь, она и не идет сегодня в тех. Она идет как юристы, продавцы, кто-то там еще, менеджеры, ну и в чиновники. Устроиться чиновником — это вот мечта молодежи. Или уехать за границу. Вот.
Поэтому у нас и крестьяне не умеют там зачастую работать на современных машинах, если не получают образования, не видят перспективы. Если будет внятная политика, все изменится. Что там, я думаю, что не надо доказывать, что русские могут делать технику высшего класса. Потому что мы прошли по заводу, не увидели ни одного гастарбайтера. Наверняка вы получаете далеко не по льготным ценам и электроэнергию, и металл. И не смотрят, что вы что-то делаете на пользу Отечества. С вас дерут, как говорят, по полной программе, а полная программа у нас три шкуры. Тогда за счет чего Торум в полтора раза дешевле своих коллег с зарубежными шильдиками? Потому что не докладываете туда что-то, говорю, не доливаете, не дотачиваете, не доплачиваете. А что? Ну, два момента, наверное, тут стоит. То, что действительно у нас зарплаты ниже, чем у наших зарубежных коллег, к сожалению. К сожалению, наши ребята получают меньше. И поэтому работают так в режиме такого трудового подвига. Вот, это первое. И второе, что, ну, все-таки наши инженеры талантливые и гораздо меньшими затратами. Меньшими какими-то... Менее требовательные, наверное, вот каким-то... Меньшими списаниями, что ли. Это не за счет каких-то затрат огромных на какие-то дополнительные испытания, а за счет своей смекалки. Это известное свойство русских, что американцы потратили на... Американцы потратили миллионы долларов на то, чтобы разработать шариковую ручку, которая писала бы в космосе. Ну, известно, да, что там давление низкое. А русские просто взяли карандаш и без всяких миллионов долларов там спокойно пишут, да, в космосе. Ну, вот такими вот моментами наши ребята делают технику мирового уровня, но при этом подешевле. Замечательный пример. Судя по статистике, до 70% сельскохозяйственного машинного парка находится в ужасном состоянии, просто требует замены. И вот недавно премьер Путин объявил о предстоящей утилизации. Было выделено под это несколько миллиардов рублей. Я не знаю, дойдут ли они до реального производителя. Ну, в общем-то, это тема другого разговора, и лучше, конечно, с прокурором. Я о другом. Вот раздастся клич. Константин Анатольевич, страна нуждается в сельхозтехнике. Мы решили питаться собственной продукцией. Давай, все, что у тебя есть. Есть комбайны, давай. Что еще? Трактора, давай. Сеялки, давай. Насколько сегодня ваша ассоциация способна обеспечить, вдруг, если они возникнут, такого рода потребности, и, так сказать, закрыть вот этот вот брешь? То есть дать стране то, что она захочет. То, что ей понадобится. Ну вот, не хотелось бы вдруг, хотелось бы так планомерно, чтобы нам сказали. А вы же сами сказали, у нас все вдруг. У нас то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну да, да, да. Если вдруг, то мы, конечно, будем отставать, опять скажут, дефицит, ага, не справляетесь. А если скажут, там, за годик, за два, там, через год с вас, там, не знаю, на 30% увеличить, и потом каждый год увеличивайте на 30%. Госплана захотели? Не госплан, а какое-то планирование, что ли, но оно в мире это сегодня применяется. Тут и дело. Да? Тут и дело. Вот, и, значит, то мы в два раза мы можем спокойно поднять, в какой-то разумный срок, в два раза поднять объем производства. Не только Россельмаш, я думаю, что и другие заводы подпишутся под такой программой. То есть в России производится до сих пор, на удивление, очень широкий спектр машин, практически все, которые нужны для сельского хозяйства, для растениеводства и для животноводства тоже. Ну, не в тех объемах, наверное. Не в тех объемах. Мы сегодня половину техники импортируем. Если будет разумная политика, то будем в тех объемах, которые надо. То есть потенциал есть. Он, правда, снижается. 7 лет назад мы считали, что в отрасли работает 100 тысяч человек, сейчас осталось 50. Постепенно подымут налоги, подымут цену на ресурсы, останется 40 тысяч. То есть постепенно снижается потенциал машиностроения. Если государство скажет, что ребята, все, мы одумались, давайте работать, будем больше, больше, будем лучше. А вы верите в это, что может произойти? Я вижу это недовольство в обществе.
вот современным состоянием, тем, что вот этой импотенцией. Многие же люди недовольны. Эти вот разговоры, такие обсуждения, они происходят не только в интернете, повсеместно они происходят, и в высоких кабинетах, что что-то, ребята, не так, что-то надо менять, и на кухнях у обычных людей. Что-то произойдет, вот уже оно назревает. Вот. Я верю, что... Да, я чувствую, не знаю... Это, почему-то это не учитывается. Момент разрушения или наоборот, вот какой-то созидательный ветерок? Необходимость перемен, пока созидательного ветерка-то еще вот не подуло. Вот. А потом уже? Да, потом уже. Мы должны еще какое-то потрясение произвести. То есть должна сойти вот с этих рельсов, с гибельного пути, и наш поезд должен перейти на какой-то позитивный путь. То есть еще... период, какой-то кризис должен быть. И чем он раньше произойдет, тем лучше, тем он менее таким болезненным будет, этот кризис. Когда он произойдет, не знаю. Вот. Но такая потребность вот этого перехода на другие рельсы, она есть в обществе, я вижу. Начинается Родина. Ну как бы там в песне ни пелось, а начинается она с нее, с земли, матушки, которой кормить, поить нас самой природой предназначено, а не только дачки с цветочками на своих заскорузлых ладонях держать. И благословен будет тот человек, который решился сделать шаг, чтобы вернуть вековой смысл земле-кормилице, помочь ей вновь наполниться животворящими соками, чтобы продлить жизнь уже состоявшуюся, дать жизнь новую. Кто бы он ни был, по роду и званию, где бы он ни жил, в столице, в захолустье, имя ему Созидатель, подзабытое имя. Но если кто-то услышал какие-то знакомые созвучия, разуверять не будем, так оно и есть. Даже если поначалу оно и не похоже. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вколывают на комбайнах. Каждый винтик в тракторе внутри получит.
получаешь за работу в месяц тысячи три, комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных тур. И пускай там пидорасы бесуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка Кондолиза Райс, никогда древья натовская не возьмете нас. Выпил С2H5OH, сел на него, рассели маш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел взять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. День. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам.